укладываем ленту в теплую грядку. Рекомендуем всем. Здесь термодатчик включен. Только 220 в розетку. И все. Проверено на легенде. Теплые грядки. Как здесь тепло. Это получается горчица, Юля. Это которую я еще осенью рассыпал. Вот она взошла. Видите? Смотрите. Это горчица. Здесь земля аж теплая, горячая. Видите, как парит обогрев. Видите, пар идет. Это грядки с подогревом. Сейчас вот выкопал такие лунки. Везде. Всем добрый день, дорогие подписчики. Мы снова с вами, как обычно. Я Александр. Уральская усадьба. Пусть будет так. Смотрите, вчера мне всю ночь писали про обогрев. Как и что его монтировать. Потому что сейчас время как раз его закопать, прикопать и высадить раннюю рассаду или же зеленушки. Что мы сейчас эксперимент проводим в нашей летней теплице на даче. Поедем послезавтра в четверг проверять. Мы насыпали снега, включили обогрев, накрыли пленкой. И будем делать короб из пленки. Смотрите, значит, обогрев. Из чего он состоит? Это обычная нагревательная лента. Но в чем ее интерес? Значит, в комплекте входит паспорт соответствующий. Это завод Сокол Электро. Город Санкт-Петербург производит. В чем отличие от других? Вилку, конечно, это я сам сделал. Выход выходит два провода. Три. Видите? Два белых, это 220. Зеленый – это заземление. У кого розетка идет с заземлением. Ничего сложного нет. Мы его просто, вот видите, отключили и заизолировали. Дальше идем, смотрим. Сама лента. Сама лента, значит, вот такого типа. Она многожильная внутри, с многослойной защитой. Тут даже есть нехромная проволока, как бы от грызунов. Дальше. На другом конце идет, вот он, самый главный вопрос, как работает термодатчик. Он включается при плюс 15, выключается при плюс 20, но минус 1, ну, минус плюс 1 градус, как бы по допускам. Его надо закапывать, значит, лента как укладывается? Она укладывается, хоть как вы можете ее ложить. Так, так, как удобнее. Но лучше потом, вот так ее потом в конце сделать вот такой где-то зазором, чтобы тепло, которое поступает от ленты, быстро не выключала ленту, подачу электричества. То есть надо делать, там даже инструкция написана, вот, вот где-то сантиметров 10 вот от ленты, чтобы здесь между ними была прослойка земли. При монтаже в инструкции написано очень много слов, но не обращайте внимания, эта лента очень проста в монтаже, в том плане, что можно просто выкопать канавку, куда вы ее хотите уложить, на глубину 30-40 сантиметров и просто прикопать, и она будет греть. Никакого песка, никакой сетки и так далее, никаким током она не бьет, никого не убивает. Это 100%, или как у нас говорят, 146% информация подтвержденная, абсолютная правда. Поэтому ничего здесь, потребление очень маленькое, то есть в инструкции написано потребление, очень маленькое потребление тока. Если мы видим. Поэтому видите, как они? Выемку надо. Ничего не надо, выемку идет. Просто прокопали траншейку и уложили эту ленту. Ничего сложного нет. Смотрим по мощности. Вот смотрите, удельная мощность, номинальная, то есть на метр. То есть, если мы берем, например, 4-метровую, это 170 ватт вся лента у вас будет потреблять в час. Но она же не будет суточно у вас греть. А будет выключаться. То есть будет сутки там мало очень кушать. 6-метровая, 260 ватт, 340. Нагрелась, выключилась, нагрелась, выключилась. По стоимости они также и не очень дорогие. 4-метровая стоит 2400, 6-метровая 2700, 8-метровая 3300, 10-метровая 4450 и 12-метровая 500. 12-метровые закончили. Все разобрали их быстро почему-то. Стали 10-метровые, 6, 8 и 4. Отправляем, значит, как мы отправляем почту. Все очень просто. Вот такая, например, небольшая посылка.
Это у нас календарь поедет. Вот такой посылкой. Вот он, обогрев 4 метра. Белгород. Вот такая небольшая посылочка. Там мы вложим еще сладкий презент, каталог. И поедет вот сегодня у нас такая посылочка Почта России в Белгород. Все легко и просто. И еще отправим такой лунный, не лунный, а у нас есть для наших любимых такие небольшие дневнички для садоводов. Так что вот, ничего сложного, очень легкое в эксплуатации, в обслуживании, монтаже. Приобретайте, заказывайте, все есть в наличии. Спасибо огромное за внимание, так вам много-много говорил. Всем пока.